По идее, ребята, хотел вам еще 2 минутки вашего внимания, а именно по лазурке. Вот мы уже ее нанесли. А ну, Олег, сейчас мы его попробуем, сейчас я его обойду. А ну, Олег, покажи, что у тебя. Секундочку. Или там, наверное, не достанет, да, уже лампа наша? Ну, да. Ну вот я вам покажу, как она еще без лазурьки. То есть здесь только патина. Так. А тут уже Олег уже с лазурькой. Уже носит лазурь. Уже можно видеть, например, как работает перлинка. Вот я специально там сделал скользящий свет. Уже будет там видно. Как работает перлинка. С подшпателя уже получается шедевр, как мы говорим, декоративного творчества. Античного искусства. Да. А именно венская штукатурочка. Прошу любить и жаловать. Венская штукатурка собственно персоной. Сейчас я вот попробую со светом, может там еще поинтереснее. Потому что у нас там за окном вроде как солнышко не так много. Сейчас попробую, как она будет работать. Ну тут тень даю, да? Вот так. Вот так. Вот так мы там. Интересно. Сейчас, ребята, мы найдем этот ракурс правильный. Чтобы, так сказать, во всей красе вам показать. Может, на той стенке, на твоей. Моей? О, может быть. Кстати, там больше вроде как света сейчас. Вот так вот. Перейдем, ребята, на ту стеночку. Да, вот здесь я уже вот отсюда, да, правильно. Нанес. Вот главное здесь. Видно. Да. Видишь, Олег. И поет уже. И поет у нас тут все. Мы, конечно, долго подбирали этот эффект, чтобы оно и не перекрыло нашу работу, которую мы делали здесь, многоцветку. Ну вот она, конечно, здесь темновато. Ну попробуйте. Здесь она, конечно, мы первую делали. Вот она получается. А здесь она еще, конечно, мокрая. То есть фактурка получается, когда клей высохнет, ну вернее наш авторская лазурь высохнет, она фактурку нам подчеркнет. То есть сейчас она, конечно, мы ее. Вот она еще раз здесь покажу вам без лазурьки. Вернее, с патиной только. А здесь уже перламутр, воск. Перламутр. Наш авторский, наш волшебный воск. Перламутр. Вот так я еще раз вам попробую скользящий свет запечатлить. Игру. Это перелива, как Олег спрашивает, инкрустация такая. Опять. Декоративная аппликация в технике инкрустации дамасских шелков. Или как там, дамасский шелк. Вот такая вот красота. Неописуемая. Так что, ребята, делайте с нами. Делайте как. Мы сейчас я попробую отсюда взять. О, вот так. Так что делайте с нами, делайте как мы, делайте лучше нас. С вами был Олег Антонов, далее уже. Пока.